Несмотря на декрет и двоих детей, Виктория Латарцева привыкла вести активный образ жизни. Девушка не раз становилась героиней различных шоу на федеральных каналах. Это и «Битва экстрасенсов», и программа «Давай поженимся». Но пандемия коронавируса диктует свои правила. Продолжать и дальше полноценную жизнь без вакцинации и наличия QR-кода уже не получится. Поэтому Виктория и поставила прививку. Ну, я просто испугалась в первую очередь. Я долго думала, собиралась мыслями, потом... Нам предстоял отпуск улетать вот в июне, и я весной все-таки собралась, поставила. И я уже летела, не боялась то, что я заражусь или что-то со мной может случиться. Наша героиня рассказывает, что о своем решении привиться не пожалела ни разу, ведь многие знакомые болели в тяжелой форме. Ну, конечно, я переживаю о здоровье, о своем, о своих детях, потому что сейчас такое время страшное. Я жду, пока будет детская вакцина, вот, например, для детей. Сейчас же Виктория ждет, когда закончатся испытания вакцины на подростках. Своей старшей 15-летней дочери она бы, не раздумывая, разрешила поставить прививку. Ведь девочка ежедневно контактирует с десятками человек. Потому защитить себя вовремя так важно. Особенно, когда болеют тысячи детей. К тому же коронавирус не уходит бесследно. Многие пациенты даже после выздоровления жалуются на проблемы со здоровьем. И причины обращения самые разные – от выпадения волос до тромбоза. У всех остаются последствия, у каждого. Не было ни одного человека, у кого бы прошел просто он. Даже если человек болел без симптомов, все равно последствия есть. То есть у кого какие отклонения все равно остались. Я не хочу, чтобы у меня были отклонения, не хочу, чтобы мои дети болели. И родственники, и близкие тоже. Поэтому я всем рекомендую беречь свое здоровье. Елена Катаева, Любовь Битнер, Ольга Распономарева, Владимир Покровский. Наши новости.